Врачи ковидного госпиталя в поселке Красково продолжают спасать жизни пациентов. Ежедневно из стационарного отделения номер 3 Люберецкой областной больницы выписывают жителей Люберец и соседних городов, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Одной из них стала Тамара Герас, жительница Балашихи. С диагнозом COVID-19 поступила в отделение больницы в поселке Красково. В стационаре женщина прошла полный курс лечения. Тамара Герас стала 5000-й пациенткой, вылечившейся в стенах ковидного госпиталя в Красково от коронавирусной инфекции. С этим событием ее поздравили команда врачей. Уважаемая Тамара Федоровна, мы вас поздравляем за то, что вы прошли лечение у нас, в общем-то, что лечение, которое мы сделали, вам помогло. Вот. Мы очень рады тем, что мы смогли помочь вам. Мы вас поздравляем, желаем дальнейшего здоровья, желаем всех благ. Будьте здоровы, соблюдайте рекомендации. Большое-большое спасибо за ваше внимание, за ваш труд. Я не знаю, ни в какой больнице я такой уход не видела, как у вас. Всем большое-большое спасибо. Дай Бог вам здоровья, терпения, терпеть нас вот столько вот. И всего наилучшего.